Ну, все вы знаете, Игорь говорил, эту сумму, да, 330 тысяч, переведено средств сейчас от крупного инвестора. Познакомились с этим инвестором действительно так смешно, благодаря моей собачке, которая в Таиланде, там мы бегали, и у него тоже такая же собачка, только кобелек, да, и хочет свести. И мы познакомились, и этот человек буквально там, когда на пробежке мы с ним были, буквально там через полчаса сказал, это все, я готов там поддержать проект, хочу поддержать все, сколько там денег надо. Ну и мгновенно он принял решение, там, что он будет поддерживать. И потом мы заключили договор с ним. Сейчас была немножко реструктуризация этого договора, продление до, ну, дату увеличили. Но договор был заключен на миллионы долларов. Не буду озвучивать сейчас сумму, я ее уже озвучил когда-то в интернете. И это первые такие ласточки, которые сейчас приходят, дорогие друзья. У нас ведутся сейчас переговоры еще с некоторыми фондами, не буду опять же озвучивать. И как попросил этот инвестор не называть пока его имя, фамилию, потому что, знаете, сказал такую фразу, деньги любят тишину. Он говорит, давайте мы когда все это закроем, когда, скажем, профинансируем, когда экотехнопарк будет готов, мы начнем адресные проекты уже двигать. Он, кстати, очень активно хочет лоббировать вопросы с адресными проектами, помогать именно в реализации адресных проектов. Он говорит, вот тогда, говорит, мы будем светиться. А сейчас, говорит, он его нахрен не нужно. Лишнее, говорит, свечение, говорит, оно только мешает. Так вот, дорогие друзья, к чему я говорю, что мы работаем, мы встречаемся с людьми, мы делаем очень хорошие объемы и, естественно, направляем их напрямую в компанию. Но помните, я уже говорил это, кто помнит, в прошлом году, полгода назад, я говорил, что мы, почему возможности, мы под видом называемся возможности, которые бывают раз в 100 лет. Но, дорогие друзья, вот первый такой момент, уже с июня месяца, 50, то, что идет на акцион еще для партнеров, 50% этих денег, все, вернее, не денег, а акций, только будут засчитываться. Например, если ваш инвестор купил, к примеру, 100 тысяч акций, то вам сегодня начисляется 15 тысяч акций, как бонус, да? Вот с 1 июня, мало того, что меняется дисконт, и чтобы вы понимали, что идет изменение дисконта, и дисконт изменится примерно, вот если сегодня максимальный дисконт, если не ошибаюсь, 500, то после изменения дисконта уже будет максимальный дисконт, если не ошибаюсь, это 400, при условии, что инвестор приходит на 150 тысяч долларов. А если вот максимальный дисконт, там, например, 1000 долларов там, или еще сколько-то, это максимальный дисконт будет там на уровне 150-200, ну, это максимум. Это седьмой этап, в который мы входим, дорогие друзья. И вот при вхождении в седьмой этап